Дорогие друзья, вот наша бедная собачка. Сейчас она ест рис с кормом специальным. У нее вот та ножка. Все-таки она на нее стала становиться, что приятно. Она висит. И вторая тоже вывернутая. А сама она была такая худая, как и за Освенцим. Но вот я смотрю, мы ее третий раз уже кормим, да? И она как бы вот у нас такая становится. Уже совсем здоровенькая. О, какая хорошая. А ножка у тебя что уже? Смотри, она чуть-чуть опирается на ножку. Так что все прямо как надо. Все нормально. Все красиво. Ну, ешь, дорогая. И выздоравливай. Мы за тебя рады.